Ребята, кто меня не знает, меня зовут Нателла. Я снимаю в секонд-хенде, снимаю свою жизнь. Будьте, пожалуйста, так добры ко мне. Сильно не критикуйте. Что было, то было сегодня. В каком плане? Потому что я сегодня прогуливалась по городу. И, значит, магазин давно уже открылся, но был завоз. Ну, я примерила. Сегодня было красное платье. Такие с воланами кофты. Самое, что интересное, дожилась, Нателла, у тебя это все есть. Но вы, девочки, посмотрите, если понравится, значит, магазин находится город Днепр, на улице Московской. Там их много. Смотрим. Ну, сначала мы рассмотримся, посмотрим вокруг, в чем же все-таки одеты люди. Сентябрь месяц. Вот идут три очаровательные дамы. Вот, смотрите, какое хорошее решение, да, большая женщина, и как хорошо ей в платье. Рюкзачок. Большие женщины тоже могут модно одеваться. Могут. Ну, в основном, знаете, как шорты. Терпеть не могу, когда ребята вот этих вот шортах. Если хотите увидеть большое скопление народа, смотрите их, всех людей, на светофорах. Так, мои дорогие модники и модницы, вы посмотрите, что творится. Очень красивая блуза. Вот сейчас в тренде рукава. Но зачем они припендюрили на рукава, скажите мне, вот эти вот веревки. Еще веревками завязывать надо. Девочки, эврика. 89 гривен. Минус скидка 10%. Ну, смотрите, какая красота. Вот минус скидка 10% еще. Ну, прелесть. Ну, конечно же, я ее в себе взяла. Ну, конечно же! Ребята, была попытка померять, честно. Вот такие вот леггинсы. Приятный песочный цвет. Ну, я утонула в них. Ну, это-то ладно. Не обращайте внимания на эти леггинсы. Ну, вы посмотрите, какая блуза. Боже мой, сезон блуз Нателла открыла. А, леггинсы фигня. Мне не нравится. Никуда не годятся. Кстати, девочки и мальчики, ну, особенно девочки, естественно, обратите внимание, как сейчас идет моду вот такой вот цветочный, какой-то пальмовый аппликационный принт. Видите? И, кстати, вот так вроде бы как смотришь, рябое-рябое, а дело красота. Да, я люблю красный цвет. И догадайтесь, одного раза, почему я его люблю. Ну, потому что мне он идет. Ну, вы знаете, я так вот подумала. Мне кажется, ну такая уж я буду яркая женщина. Но платье очень и очень красивое. И обошлось мне всего лишь 50 рублей. Вернее, гривен. Девочки, еще платье одно в моей коллекции. У меня такого скромного никогда еще не было. Вы посмотрите, грудь закрыта. Какой воротничок. Красотища! В соседней примерочной примеряют мужчины там какие-то костюмы. Если бы только вы слышали, как они ржут. Но я не об этом. Смотрите, платье с длинным рукавом, спортивного типа. Почему я так поняла, что спортивного? Потому что впендюрили полоски. Вот, платье, конечно, шикарное. Оно очень свободное. Мне понравилось. Но я его не купила. На крупную женщину самое то. Атрибут квартиры и маски. И всего дома, чтобы везде на каждом гвоздике было по маске. Ой, мама. Ну, кстати, меня маски сейчас очень выручают по поводу аллергии, амброзии. Даже очень выгодно и удобно. Значит, а я вам что говорила? Нет тех времен, когда ты заходишь в секонд-хенд, а там рай. Рая нет. Ребята, скупщики работают на ура. Потом выставляют бутики. Я вам отвечаю. Я вам гарантирую. Это просто какой-то трындец. Я мерила красное платье, вот это вот спортивное, с полосочками, вы только что видели. Ну что, за мной же ходили. Девушка, будете брать? Я говорю, да ладно, дарю, не буду брать. А я этих девок знаю. Так что, ребята, держим ухо востро. И скоро буду открывать сезон. Даже не сезон, а охоту. Охоту на обувь. Потому что у меня трагедия.
Каблук уже не могу такой высокий носить. Вот я сегодня была в танкетке, но на танкетке хорошо. А на маленьком ходу не на 4 пары уже сгрызла. По скидке, ребята. Такая бижутерия стоит 200-250. Скидка 60 гривен. Вот такие колечки. Цыганский вариант. Зато будет очень весело. Вот. И купила себе подводку Шерель. Девочки, кто пользуется Шерелью? Вот на мне пудра Шерель. Она так, вот мне так нравится она тем, что она прозрачная. Не цементирует поры. И в то же время матирует лицо. Извините, глаз. Извините, глаз. Хорошие сережечки. Симпатичные. Сейчас подводку покажу. Подводочка. Качество вообще шикарное. Не течет. И я люблю, чтобы была гибкая кисточка. И рисую стрелочки. И могу даже... Вот у меня закончилось. Я сегодня красила маминым карандашом черным, как в советские времена. Хороший карандаш этот, который, знаете, слюнявить надо. Но он плохо стрелку выводит. Там форма как-то. Я привыкла кисточкой. И вот такие стрелочки буду рисовать. Меня зовут Илонка, канал есть, она потом оценит. Разобрать. Как, кто не знает меня, еще раз подписывайтесь на мой канал. Будем дружить, будем любить друг друга, будем писать друг другу. Все, до скорых встреч с маленьким таким, с маленьким выпуском в плейлисте Second Hand. С вами была Нателла. Пока!